новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Фотомарафон «Мужество и гуманизм», посвященный победе в Великой Отечественной войне, стартует 9 мая на Цветном бульваре Москвы. На выставке будут представлены 200 лучших фоторабот, посвященных Великой Победе. Кроме того, аналогичные фотовыставки пройдут в учебных заведениях российской столицы. Организаторами марафона выступили Международный союз «Мужество и гуманизм», Московское объединение профессиональных фотографов «МосФотоКор», международный проект «Акция «Мы наследники Победы» и Управление культуры города Москвы». Цель акции – сохранить для будущих поколений образы ветеранов и участников войны, подполья и партизанского движения, трудового, дипломатического, культурного и невидимого фронта. Организаторы отметили необходимость бороться с фальсификацией истории, искать новые формы доведения до молодежи значимости подвига людей, защитивших мир от фашизма. Война прошла по каждой российской семье, и память о ней хранится в семейных преданиях, снимках и альбомах. Эта память заставляет нас ценить саму возможность мирной жизни, которой мы обязаны поколению победителей. Ветеран, ведущий за руку правнука, это и есть символ веры в Отечество, прочной связи поколений. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».